Сегодня к нам поступил вот такой вот инструмент, 352-й партнер. Причина обращения не заводится. Вот, мы провели диагностику, выяснили, что причина является в зажигании. Зажигание неисправно. Диагностировать было очень просто, просто искры нету совсем. Вот, сейчас мы произведем замену на новый модуль. Вот такой вот модуль. Болты я открутил уже. Вытаскиваем. Чем нам интересен будет этот еще партнер? Тем, что у многих людей, снимаем скобу, у многих людей на партнерах вот здесь стоят когда стандартные винты, они под шестигранник на 4 стандартные винты, вот они слизываются очень часто в пластике резьба, и зажигание начинает болтаться. Многие начинают клеить, что-то тут придумывать. Но здесь я смотрю, человек либо у нас когда-то делал очень давно, либо грамотно сам додумался. Берем кровельные саморезы, спиливаем, не знаю, сейчас откручу, не видел еще спилено или нет, спиливаем сверло и вкручиваем. Соответственно, если резьба не сильно была слизана, можно брать на 4,8 самореза. Если сильно скручено, берем на 5,5. Вот, сейчас мы открутим и посмотрим. Ну да, саморезы спиленные. Скорее всего, человек делал когда-то у нас, как бы не у меня. Вот. Снимаем блок. Снимаем. Как видим, здесь уже небольшие повреждения бронепровода, но это ерунда. А вот здесь вот оплавление произошло по причине того, что свечу человек открутил и не докрутил до конца. Она была в полуоткрученном состоянии. Возможно, из-за этого зажигание когда-то получило повреждение и, соответственно, не работает сейчас. Но вообще, почему ломается модуль? Как бы тут причин может быть много. Основная, конечно, причина — это заводские какие-то там моменты, заводской брак. Ну или не брак, а просто от времени что-то там пробивает. Ставим новый модуль. Так, берем календарик наш, устанавливаем его между модулем и магнитом. Тут с одной стороны на маховике магнит, с другой стороны просто пустота. Ну, я имею в виду маховик без магнитов. Вот, устанавливаем между магнитом и модулем. Так. Берем винты. Я на винты немного наношу суперклея. И закручиваем через. Так. И на второй. Суперклей, соответственно, не даст нам раскрутиться винтам. Сейчас подтянем мы все это дело. Так, поджимаем зажигание к магниту и уже производим более серьезную натяжку. Так. Так. По поводу зазора хотелось бы сказать. Просто многие, я уверен, сейчас начнут меня критиковать. Я уже в некоторых видео показывал. Вот, можете, ребят, искать щупы, ради бога.
Вот это вот идеальный зазор, работает уже, я 6 лет, наверное, так выставляю, и у всех работает. Так что вполне можно обойтись без специальных щупов. Накидываем провод зажигания, устанавливаем его в цилиндр, устанавливаем бронепровод на место, прижимаем его скобой. Вот так вот. Вот и ставим крышку. Праймер у меня соскочил, сейчас я поправлю чуть-чуть. Вот. Так. И теперь подтягиваем винты крышки. Так. Так. Здесь 4 винта держат ее. Вот, в принципе, и все. Берем свечечку, проверку делаем, надеваем ее на колпачок и смотрим сейчас. Не знаю, будет видно на камеру или нет. Зажигание включено. Тянем. Вот у нас пробивает искра. Потемнее сделаю, может увидеть. Искра бьет отличная. Вот. Вкручиваем свечу на место, подтягиваем, одеваем колпачок, вот, ставим на место крышку и, как обычно, сейчас пойдем заведем его, послушаем, как работает. Может, при необходимости сделаем какие-нибудь подстройки карбюратора. Вот он, наш с вами инструмент, бензопила партнер P352. На ней мы сменяли зажигание, выставляли. И сейчас попробуем ее заведем. В рабочем состоянии. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи!